дома. Но в целом сидеть достаточно удобно. Кресло мягкие, боковой поддержки практически нет. В общем, здесь поместится водитель любой комплекции. В остальном все плюсы и минусы модели Донора. Все, что было в Аргусе, все, что было в Логане, откуда все, собственно, переехало, все осталось на своих местах. Хотя в автороде говорят, что они думают над этой проблемой. По крайней мере, звуковой сигнал из подрулевого рычажка или открывание окон от центральной консоли могут поменять. Все об этом просят. Конечно, многие задают вопросы, но они же полный привод. Но здесь он, к сожалению, не появится. Это слишком серьезные доработки автомобиля, которые не входят в планы АвтоВАЗа. Может быть, потом, на следующем поколении, но явно не сейчас. Основная проблема этого автомобиля в том, что его нужно сохранить в тех ценовых рамках, в которых он находится. Именно это самое главное конкурентное преимущество. Поэтому, если 6-ступенчатую коробку передать, пожалуйста, просто она будет стоить дороже. Хотите автоваз? Ну, грубо тоже, пожалуйста, можно сделать, просто это будет стоить гораздо дороже. Готовы ли вы заплатить за это? Большой вопрос. По этой же причине не появится датчик света, по этой же причине не появится датчик дождя. И все остальные, казалось бы, простые электронные вещи, которые могли бы... Хотя открывание окон в автомобиле чисто программная функция, но ее нет. АвтоВАЗ очень переживали, что эта машина мне не понравится, и я скажу, что это полный кошмар. Но на самом деле... машина показала себя очень хорошо, то здесь все нормально. За эти деньги вы получаете машину, которая... действительно супер рабочая лошадка. Вы можете ездить на дачу, вы можете грузить ее супергерой, я не знаю, стройматериалами, можно переход и грузить, как говорится, и все будет. А вот это состояние, когда за рулем нужно было работать. Правильно.
Больше на 5,1 мм.
Насколько же примерно увеличивается? Так. Как для повседневных планеток на работу, для того, чтобы не